Здравствуйте, дорогие друзья! Готовятся к отправке несколько партий рыбок. Эта партия рыбок у нас уезжает в город Тула. Здесь у нас партии голубые алмазики, красно-коричневый туркис. Вот такие особи. Сейчас на голодной диете они у меня находятся. Вот. Как вам еще показать, чтобы он так встал нормально. Вот такие вот рыбасики. Также в этой партии золотой пиджин. Вся рыбка нашего разведения выращена нами с икринки. Вот такие золотые пиджины. Туркисы позакрывали вид. Не дают показывать. Вон там неплохой туркис. Красненький. Вот того бы я еще хотел вам показать туркиса. Ой, не туркиса, а пиджина золотого, который вот там стоит. Сейчас, может быть, он выйдет. Да, вот он выходит. Вот он, красавчик. Красненький глазик, желтый фон, мелкая белая точка. Вот это вот наша рыбка. Так, ну мы переходим ко второй отправочке. Вот вторая отправочка. Уезжает в город Астрахань. Здесь у нас голубые алмазики. Пиджин чекерборд. Вот это первый чекербордик. Это второй чекербордик. Также тут у нас подростки Мальбора. Красно-желтый, желтый, ну, оранжевый. Мальбора, вот Мальбора, это тоже Мальбора, и вот там еще за эрлифтом Мальбора. И алмазики. Вот Мальбора. Желаем нашей рыбке новых хозяев, прижиться и дальше расти и радовать своими формами, окрасами. И дай бог приносить потомство хорошее. Готовим рыбку первую к отправке в Астрахань. Транквил, 25 минут. Есть уже готовая вода, аэрируется, готовая упаковка. Сейчас мы кислородим рыбу и запаковываем. Двойную резинку делаю на основном пакете, на дублирующем пакете. Так вот у нас получается. Углы я проклеил дополнительно скотчем, чтобы туда никакая рыбка у нас, никакой дискус не залез по кругу. И вот что у нас получается. Кислородный пакет, рыбка под транквилом. Вот так вот чуть-чуть выше водички есть, это 8 литров. Выше спинки. И засовываем вот сюда вот нашу коробочку. Я предварительно посмотрел, чуть-чуть подспустил пакетик, чтобы у нас крышка плотно закрывалась. Теперь мы берем нашу крышку, запускаем химическую грелку, трясем ее вот так вот, приклеиваем, ставим крышку и обклеиваем пенополистиролом 5 мм толщиной. И все. Наша рыбка запакована, готова к отправке. То же самое мы будем сегодня проделывать в час ночи с другой партией рыбки.